я отыскал на торрент трекера Кёртиса Мейфилда. Нарезал рифмы с гордым трепетом порции бермута. Загнал на флоп ему из бит 12-00. На аутпуте получим бравый лук для пуаржеров. Когда есть груф и бит, мы убеждаем мастера добавить инди-сиквенсы, фано и рифы телекастера. Дело за малым, друг, следи внимательно. Берем журнальную статью и пробуем зарифмовать ее. Но это полностью вам, шутка не более. Стихи рождаются под шаром паяльника с канифолью. Без формальных церемоний, быть соизволят. Фразы с гармонией, с лидорами и фасоля. Сверяюсь степень накала методом на гриптоните. Винтажным капсулем и ламповым предусилителем. А там в MP3 даже во флаке лучше. Давай рубить в плеерах на всю катушку. Стадии мы формируем способы, как бы ее представить. Тут ощутимый драйв задолго до концертов. Шлифуется в разгаре вычислительных процессов. Скорее по причине перерыва и прогулок вешних. Чуть обалдев от свежего воздуха, нежели чисто телячьего восторга в заперти. Случайно удается поджечь композиции фитиль. То ли дежурный ливень распатронив уши, то ли вечерняя газета в руках текстом насущным, будто бы сметает прежний эффект изобилия, сделав куплет второсортным и тут же обозлив меня. Потому задача завершить работу чаще, бац, трудными путями попадает в долгий ящик. Лучше завести заново студийный комбайн и получить результат, который мы называем Boo-R-J-Row. 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 Производим текстиль со временем в ногу. Boo-R-J-Row. 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 Прикинь, если в пору. Давай по новой. Нашествия саранчи, видимо, зря потери. По ним скользят автобусы, народ в истерике. Крестьянское хозяйство несет потери. Так, по крайней мере, передают по телеку. Тут ужасают масштабы сельских вредителей. Они темны, как тучи, будьте люди бдительны. Но если вы не видели, знакома наверняка вам ситуация похожая. В мире музыкальном каждая душа располовинилась. Ибо проклятые песни заполонили нас. Слушать их, словно поедать мусор. Резко нарушается иммунитет вкуса. А может, я как Ларс фон Триер, просто утрирую. Все малозначимое превращая в триллер. Не каждый художник упакован в вакуум. Всем шоферам крепче держитесь за бороду.